117 учреждений Коми в этом году проведут конкурсные процедуры на право заключения энергосервисных контрактов. На объектах установят автоматизированные тепловые пункты с погодным регулированием, заменят оконные и входные конструкции, кровлю, системы тепло- и водоснабжения. Это позволит существенно уменьшить затраты на энергоресурсы. Надо отметить, что энергосервисные контракты заключаются в Коми с 2016 года. Среди муниципалитетов перед ВК Воркута здесь более 10 учреждений уже считают сэкономленные средства. Одно из них – Дворец творчества детей и молодежи. Елена Кононова передает из Заполярья. Это тепловой узел Дворца детского творчества Воркуты. В октябре прошлого года здесь обновили систему теплоснабжения, установили автоматизированный тепловой пункт с погодным регулированием. То есть, если на улице температура низкая, то в помещениях она повышается. И наоборот. С тех пор ребята здесь занимаются в тепле и комфорте. Дворец большой. Дети вот в первой половине дня, их немного, но в определенных участках есть, потому что это детские сады. Они все равно присутствуют. Поэтому вот это вот у нас круглосуточная работа. Дворец творчества детей и молодежи – одно из первых учреждений Воркуты, где установили подобную систему. Окупаемость 5-7 лет. Но уже сегодня экономия налицо. По сравнению с прошлым годом затраты на тепло сократились на 17%. В марте заплатили на 149 тысяч рублей меньше. За квартал цифра получится еще внушительнее – почти полмиллиона рублей. При этом 15% сэкономленных средств пойдут на дальнейшую модернизацию. К примеру, на замену окон, кровли и освещение. А значит, экономия будет только увеличиваться. Конечно, вступая в этот проект в октябре 2021 года, мы осознавали определенные риски. Здание нашего учреждения достаточно большое, имеет свои особенности в инфраструктуре. На территории здания расположен, например, плавательный бассейн, который также предъявляет специфические требования для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и к температуре воздуха, и к температуре воды. Энергосберегающая работа в Коми активно ведет с 2016 года. Сейчас действует 74 энергосервисных контракта. Привлечено инвестиций на общую сумму свыше 818 миллионов рублей. Ожидаемая экономия – более 126 миллионов в год. Практика применения механизма энергосервисного контракта регламентирована распоряжением правительства Республики Коми номер 34-Р. В рамках этого распоряжения создана рабочая группа. В эту рабочую группу входят главы муниципальных образований, в том числе органов исполнительной власти, также Центр энергосбережения туда входит. И ежегодно утверждается перечень объектов, на которых будут организованы конкурсные процедуры на право заключения энергосервисных контрактов. В этом году энергосберегательные работы планируется провести еще на 117 объектах республики. В Воркуте энергосервисные контракты собираются заключить 4 образовательных учреждения. Там установят такие же автоматизированные тепловые пункты, как и во Дворце творчества. Кроме того, в планах модернизация внутреннего освещения, что даст экономию за электроэнергию. Елена Кононова, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал «Юрган», Воркута.